Всем привет! Продолжаем снимать обзоры на напитки спортивное питание. И вновь обзор на мясо итальянское. Приазоло. От фирмы Беретта. Итак, обзор на этой фирмы итальянского окорока Шпек уже есть на канале, можете посмотреть. Очень понравилось. И продолжаем пробовать итальянскую еду. Итак, начну с предыстории. Бриазоло – это такое мясо, как считается, традиционное испанское, очень вкусное для говядины. Данная фирма Беретта – это итальянская фирма, производится в Италии из мяса итальянского и по итальянским традициям. И привозится сюда, в Российскую Федерацию. Стоит оно, конечно, дороговато, если сравнивать с аналогичными вариантами мясных изделий, да? Но, как показывает практика, денег оно точно своих стоит. И сейчас будем с этим разбираться. Итак, давайте посмотрим. Вот такая вот замечательная у нас бриазоло. Здесь у нас 540 грамм. 540 грамм. Ценник за килограмм составляет, 3466 рублей. Да? Данный кусок мяса 540 грамм обошелся в 1872 рубля. Куплен он в Варшаве. А изготовитель у нас Италия, как я сказал. Состав у нас входит говядина, соль, декстроза, нитрит калия и нитрит натрия. Все. На 100 грамм продукта у нас 31 грамм белка, всего лишь 3,7 грамма жиров, 1 грамм углевод и 149 килокалорий. То есть это диетическое мясо еще, да, обратите внимание. Ну, как-то вот так. Что могу сказать? Как показывает практика, она, вот это вот мясо, реально того стоит. И выгоднее брать кусками. Кто-то скажет, 1842 рубля дороговато. Возможно, но учтите, впервые я столкнулся с этим мясом, нарезки покупал. Нарезки примерно 70-90 грамм стоят 300-400 рублей в том же Ашане. Это очень вкусно, но мало и дороговато. Здесь же мы получаем намного больше. В сравнении с русскими производителями, мне чем нравится итальянское мясо? Ну, понятно, оно ароматнее, вкуснее, но здесь нет в составе химии. Здесь минимум ароматизаторов, только антиоксидант, конти, все. Когда ты открываешь состав и смотришь мясо, которое сделано в России, там вот такой вот состав, нитритные смеси всякие, соевый белок, животный белок, вот эти кости, все, всякая ерунда. То есть, ну, ужасно все эти фиксаторы, полно ерунды всякой. Здесь этого нет. Здесь оно чуть стоит дороже, но оно вкуснее. Ну ладно, меньше слов. Давайте перейдем к делу. Бриазоло. Сейчас мы все это дело распакуем. Так, пошел специфический такой запах бриазоло. Кто пробовал именно бриазоло, тот поймет. Она реально выглядит очень круто. Вот такая своеобразная по вкусу и по запаху. Вот. Пошел процесс добычи. Добывается она у нас. Какая красота. Посмотрите. Ну как вам? Ну как? Красивая, не правда ли? Ну давайте отрежем кусочек. Конечно, надо хорошим острым ножом ее резать, чтобы было красиво и тоненько. Вот так вот. А вот она. Гаденькая бриазоло, замечательно. Ну и давайте будем пробовать. Да. Свеженько. Очень ароматно. Так, немножко горчит, вы знаете, горчит. Очень приятно. Еще плюс таких кусков, больших, в отличие от нарезки, помимо того, что это выгоднее, кусочек более сочный, потому что все равно в нарезке очень тонко режут, она чуть подсыхает. Здесь кусок реально сочный. Просто сочнейший. Очень вкусно, ребята. Бриазоло такая своеобразная, немножко горчит. Очень вкусно. Свежая, красивая. Диетический продукт. Шикарно, ребята. Очень вкусно. Очень вкусно. 5 баллов. 5 баллов.
Ну, в общем, чтобы не мучить супругу, я реально могу сделать вывод уже всем порекомендовать. В общем, реально, вот это мясо итальянское, фирма, запомните, Беретта, оно делает очень вкусное, хорошее мясо. Продается почти везде в Ашанах, можно найти по всей России. Советую, если вы хотите поесть вкусное мясо, не знаю, на Новый год, на день рождения, вообще просто потратьте денег, возьмите ее на его, добавьте денег чуть-чуть. Просто покупая российского производителя, большинство, я, конечно, не говорю за всех, но процентов 80, вы получите какое-нибудь вонючее мясо, замоченное в таком химическом растворе, непонятно с чем, то есть оно не особо вкусное. Ну, там чувствуется химия, но вот, знаете, такое жирное, намазанное, в общем, вот этим болотнистого мяса нет хорошего, да. А здесь вы получаете реально отличное свежее мясо, очень вкусное, настоящее, натуральное, в общем, шикарное. Поэтому лучше добавить деньги и купить хорошее вкусное мясо из Италии. Бриазола от Беретта получает твердую пятерку. Это такое очень вкусное, такое сухое мясо, немножко горчит. Всем советую попробовать, очень вкусно. Ну, а мы с вами увидимся в обзорах. Берите билеты 5 баллов с 5. До новых встреч, пока.